Итак, на обзоре у нас холодильник Атлант. Морозилка удобного холодильника снизу, холодильное деление сверху. Что здесь интересного? Холодильник холодит, холодит и морозильное деление, и холодильное деление. Клиент все устраивается, жалуется на то, что не включается холодильник. Что это может быть? Естественно, у нас проблема с системой отключения компрессора. Компрессор отключает реле. И здесь два варианта. Либо реле залипло, что очень крайне редко бывает, либо реле не хватает температуры для того, чтобы ему сработать. Температура для отслеживания как раз таки реле, который находится у нас на единичке, уже на самом минимуме, температура берется вот отсюда. И до сюда у нас как раз не хватает холодогента, чтобы протянуть холода до туда. У нас хватает как раз вот до середины. До середины испарителя у нас идет до вот этой полки. То есть он сверху и вот до сюда по задней стенке. И идет он сверху вниз. Холод, соответственно, распределяет сверху вниз. Да? Почему так? Потому что по законам физики холод здесь, он опускается вниз, горячий вверх. И так вот происходит циркуляция, естественно, циркуляция воздуха в холодильном отделении. Что у нас здесь налицо? У нас здесь налицо частичная утечка холодогента, либо неправильная заправка. То есть две возможных причины. Если до вас кто-то был, значит, он неправильно заправил холодильник. Так как мы видим, здесь у нас происходит намерзание льда, образование ледной корки. Ну, соответственно, у нас холодильник с утечкой холодогента. Так, давайте заправим данный холодильник и посмотрим, что у нас будет дальше. Вот такой у нас снежный ледяной ком образовался. Это все у нас замерзало в течение долгого периода. Этим же охлаждался и компрессор, который работает без остановки. Вот такой у нас веселый холодильник. Итак, что нам нужно сделать в данной ситуации? В данной ситуации сперва нужно отогреть вот эти вот комья льда. Так, на горелку мы экран одевать не будем. Ускорим процесс растапливания. Нам главное добраться до холодоагента, до клапана нашего заветного. Так, до клапана мы добрались. Далее мы заодно охлаждаем нашу так, отсоединили. Возьмем один кубик, чтобы охладить, чтобы можно было уже с ним работать. Так, подсоединяем. И смотрим. Давление при этом у нас практически нормальное. Практически нормально. Давайте мы с вами сделаем откачку холодогента. Так, продолжаем. У нас практически ноль. Здесь у нас все горячо. И открываем. То есть, по сути, мы сейчас помогаем компрессору, помогаем вытянуть весь холодогент. И посмотрим на его реакцию. То есть, выкачивать мы будем минут 15.
Так вот у нас переполнилось, вот мы заправляем, вот у нас компрессор. После этого мы все это дело перезаправим. Так вот мы закончили освобождать этот льда наш холодильник. И теперь будем продолжать его вакуумировать и заправлять.